Здрасте. Не поздоровался старший так. Старший ДПС, старший лейтенант Акимов. Как? Старший лейтенант Акимов. Аким. Старший ДПС. Очень приятно, да. Не подскажете, вы уже уезжаете, что ли? Нет, мы туда подъедем, чтобы туда машины тебе загрузить. А, понятно. Сейчас эвакуатор приедет, да? Да, эвакуатор подъедет, мы там встанем, чтобы оттуда машины, которые стоят на тротуаре, загрузить. А, понял. Просто еще есть обращение. Вон там еще тротуар есть. Пойдем. Да, все хорошо. Все, да, да, все, понятно. Все хорошо. Все, сейчас сотрудники вон туда переедут и оттуда начнут машины забирать. Молодцы. Но это я не вам говорю, это я не докладываю вам. Это я говорю своим товарищам. Ой, молодцы. А то подумайте, что я докладываю вам. Не, ну все правильно, надо доложить. Вам можем доложить. Могу и вам доложить, конечно. Спасибо. Так, вот сотрудники уезжают. Сейчас переедут, вот так они обещают вокруг. А, вот эвакуатор. Ну, ребята, чудеса. Чудеса, ребята, сегодня. Так, приехали эвакуаторы. Вот, сотрудники отреагировали. Сегодня произошло что-то. Приехали даже эвакуаторы к нам. Пришел участковый. Приехали сотрудники ГИБДД и приехали эвакуаторы. Так, вот приехали инспекторы ГИБДД. Сейчас будут эвакуировать транспортные средства, осуществляющие стоянку на тротуаре. Здравствуйте. Здравствуйте. Не представиться не хотите? Как? Лейтенант Миньков. Не расслышал, извините. Миньков. Миньков. Да. Скажите, а у вас два эвакуатора сегодня? Нет, другие, с другими машинами. Там заняты они, да? Вот как сейчас упадет, сразу приеду. А, понял. Просто там еще тротуар есть. И вон, смотрите, вон там 4 машины стоят с заездом. Ну да, да, я понял. Нет, я так вам показал. Да, да, да. Все хорошо. Так, чей-то автомобиль, кто-то успел прийти. Если успел прийти, не имеет права по закону эвакуировать. Должны выписать постановление административного правонарушения. Это по другому вопросу. А, это не все, не газовщик. Так, вот, поднимает автомобиль, загружает на эвакуатор. Это первая машина за последние полгода, наверное, с января, наверное, не эвакуирую, не было, по моему обращению, ни одного автомобиля. Вот сегодня произошло чудо. Мы дозвонились, достучались. И вот, наконец-то, первый автомобиль за последние, с января, с этого года поднимает. Вот это здорово. Так, слушаю. А, да-да-да, Игорь. Так. Нет, с LG замыкание было, она говорит. Якобы да. Да. Да, да, хорошо. Счастливо. Так, вот увезли автомобиль на эвакуаторе. Первый с января. Сегодня мы добились этого. Хотя уже не надеялись, если честно, но получилось. Вот второй автомобиль загружают. Сейчас тоже будет с тротуара, его заберут. Второй автомобиль увозят. Сейчас еще, возможно, приедут эвакуаторы. Как сотрудник говорит, я не знаю, приедут на самом деле, нет. Ну, будем надеяться. Потому что здесь еще есть нарушение правил дорожного движения. Так, осталось на тротуаре. Раз, два,
наверное, 3 автомобиля всего лишь. Такого, как говорят местные жители, тут еще не было. И куда-то самое главное... А, не, он не делся, он смотрит до сих пор, наблюдает, как обещал. Говорит, сейчас я посмотрю, как вы, говорит, будете здесь эвакуировать. Вот и увозит этот автомобиль в эвакуаторе. На тротуаре не надо парковаться. А вот и сотрудники приехали, как и обещали. Вот они будут доделать свою работу. Сейчас мы к ним обратимся, пойдем по тому тротуару. Сейчас перейду дорогу и перейду по тому тротуару, обращусь. Инспектор, а как ваше имя, отчество? Максим Витальевич. Как? Максим Витальевич. Максим Витальевич. А можно пока с вами туда пройти, я покажу вам еще, вдруг там люди сидят в машинах, этот тротуар, пока здесь никого нет. По нарушению, вот кто будет, люди сидеть. А вы по эвакуации? Я буду, да, все, вот сейчас понятно. Смотреть здесь, если все, что. Все, хорошо, все понятно, хорошо, хорошо. Вот, смотрите, экипаж подъехал. Да, хорошо, спасибо. Хорошо, да, конечно. Уважаемый инспектор, а вы заняты? Ко мне? Да, ну, к любому. Можно с кем-нибудь, с одним из вас пройти, просто я там тротуар покажу, вдруг там нарушители сидят в машинах своих. Вместе. Можно вместе, как угодно вам, как вы считаете нужно. По этой стороне. Ну, вот эти, конечно, тут заезжают немножко, но там 3-4 машины, но там никого нет, наверное. А там целая эта, машин 30, наверное. На тротуаре? Да. Вот на таком прям. Тут слишком много офисов. Нет, там не их нет. Ну, тут слишком много офисов. Да. Тут, тут заходить в каждый, да. Там, я думал, один, а это тут кабинеты сплошные. Если так кого-нибудь видно, никого нет. Никого нет. Автомобили ваши вот эти, нет? Не? Автомобили вот эти ваши? Не? Так, вот инспектор позвонил, нашел телефон здесь, который под лобовым стеклом находится, позвонил, обратился к владельцу автомобиля, сейчас он выйдет и ему выпишет постановление административного правонарушения. Вот этому удалось дозвониться, да? Не удается. Два номера и не берет, да? Сейчас придут. Ваш автомобиль? Нет, вон слева. Вверх. Есть в кармане. Машина есть? Здесь ваша. Ну чьи-то есть и ваш? Да, сотрудников есть. Там. Выходят и убирают с тротуара. А то эвакуаторы сейчас приедут. Эвакуатор, да. Чьи это вообще, может, знаете, чьи там, может, работают там, или друзей там. Ну, да. Может, ваш есть. Не, вашего нет? Эвакуаторы не приехали.
А вот такое лобовое стекло допускается, инспектор? Фиолетовое. Не подскажете? Если пройдет прибор, то... А, допускается, да? Понял. И вот эти стекла, да? Зеркальные. Не, мы оформим. Еще убрать. А это что? А это тротуар. Такой ширины? Ну хоть во всю ширину. Даниил Юрьевич. Я подожду. Да, там данные надо. Может, за компанию там еще остальным, там у кого есть телефоны. Ну, да. Может, ему еще приборчиком померить, что за стекло такое. Нет, если нет, то вопрос нет. Прибор есть, нет? Тоник есть? Гадаль. Ничего нет, а, как всегда. Почему как всегда? Печально. Был, да? Ну как, не попроще, так нету. Так, дальше. Неужели они не у каждого сотрудника, да? Не у каждого экипажа, я имею в виду. Передали. Ну, понятно. Приборы на поверке находятся. Понятно. Где-то вот здесь было. Так, ну на том участке тротуара, где мы были, где эвакуатор работали, три машины осталось. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13 машин. Вот сейчас инспектор одного уже привлекает к ответственности нарушителя. Тут сейчас еще могут выходить люди, которые собственники этих транспортных средств. Их будут тоже, соответственно, привлекать к ответственности. Вот. Оформляет вот этот молодой человек, заехал на тротуар зеркальными такими стеклами. Здрасте, а здесь стоим? Запрещено? Разрешено? Тротуар. Здесь тротуар, вот это все место. Здесь больше никогда машин нельзя ставить. Где? Здрасте. Где разрешено? Где? Вот. Люди стоят. Вопросов нет. Дальше. Ставим вот вопросы. Здесь? Да. А здесь бордюр уже там. Есть кто, если кто собственник, здесь самое идеальное, вот так же сделать. Отделить и все. И карман сделать. Кто собственник здания? Ну видите, бордюр там карман. Сделай, и будет здорово. Все, да. Кто не успеет. Напишите коллективное обращение куда-нибудь в администрацию, чтобы вот так отделять, да. И все. Бордюром. Там убрали, здесь поставили. Вопрос нет. Или сами скиньтесь, там сделайте. Только чтобы хорошо бы знак 64 поставить. Инспектор не даст соврать со способом постановки. Какой знак? 64П. Парковка. Да. И со способом постановки, да. 861, по-моему, да? То есть надо вот тот столб, столбик. Да, бордюр, да, а да, да, да. Вот достаточно места для прохода, и будет машины прекрасные, и все. Сюда только надо поставить. Потому что если оттуда уберете и не поставите, это будет все равно тротуар. Понятно. Да. Или столбики сюда вот такие, знаете, можно поставить. Вот там машина пусть стоит на тротуаре. Это не тротуар, нет, он отделен. Не, вот а, там, видите, белый. Это чья ваша? Не моя. Потому что когда здесь наступает зима, едут пазики по тротуару, это еще опаснее. Не, почему? Не пусть. Сейчас там эвакуатор приедет, не надо, не. Зачем? Нет, пазики.
купил. Вот да понятно, вот. Нет, там надо не, ни в коем случае. Там надо или дорогу делать, то есть в один уровень вводить, или тротуар делать, поднимать, или ограждение. Что-то, ну, что-то надо делать. Что да. делать-то будет? Ну что, мы обращение пишем, кто же еще это делает. Хорошо. Кто же еще будет делать? Никому же это не надо, правильно же? А вот здесь возьмите, напишите, если кто работает. То кому нужна парковка, будет здорово, перенесут бордюр или сами скиньте, перенесите, и все, самый простой вариант. И будете парковать без нарушений правил на проезжей части. Так, вот второго нарушителя привлекает к ответственности. Все можно, вон оттуда, вот тротуар, вот. А вон где он мужчина? Вот, ну, вот стоит. Не все нет, вон, вон пирсинг в студии написано, вот они вот так. По-моему, еще один пришел водитель. Здрасте. Здрасте. Вы с какого края идете? Вот. А? Вы почему интересуетесь? Сейчас, секундочку, я отвечу, можно? Да, я слушаю. А, все, сейчас иду. Лет 5 вообще тут стояли. Снимаю. Ваш автомобиль есть здесь, нет, мужчина? Нет. На тротуаре нету? Нет. Ну, что-то не переживайте. Так, этот парень оказался не водителем. Слава Богу. Так, а там, говорят, эвакуаторы подъехали. Сейчас посмотрим, что он там будет делать. А, вон. Так, вот эвакуатор подъехал, цепил автомобиль с тротуара и тоже забирает. Останется три автомобиля после этого здесь, в этом месте конкретно. Загружает эвакуатор. И остается раз, два, три автомобиля в этом месте. Вот он, его эвакуировали. Ее эвакуировали. Это третий автомобиль за сегодня. И теперь везут на штрафстоян. Так вот, повели водителя того черного автомобильчика, вот он идет вместе с инспектором, вот того вот, вот этого, вот он стоит, автомобильчик, 899, он пришел, успел до того, как эвакуировали, его повели составлять материал административный, остаются здесь две машины, ну, я думаю, и с ними справиться, потому что сейчас эвакуатор отвезут автомобили и приедут на место, два эвакуатора. Так, вот этого водитель на Audi оформили, вот он уезжает с тротуара. Просили инспектора убрать автомобиль. Что он и делает? А это как такое получилось чудо? Слушай, он на вертолете, наверное, залетел. Его же не было. Сейчас его обилетят, мы подскажем. Вон, смотрите, какое чудо сзади, пока вы оформляла. Да это почтовая служба приехала.
Ну да, там телефончик есть, все. Телефончик, да, он подошел, спросил, вот сейчас я отнесу коробку, удостоверение показал, скажу. А у него что там, разгрузка, да? Да, у него короткий. По кратчайшему пути вот, подъехал. Вот он. А, точно разгрузка была, да? Он вот отсюда заехал? Отсюда заехал? Ну, вот отсюда. А, ну все, понятно, все, вопрос нет. Не, по, не вот он не да, здесь. Да, 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 все, вопрос нет, хорошо. Так, вот там все нарушители продолжают оформлять. Здесь продолжает стоянка транспортных средств на тротуаре. А мы понаблюдаем со временем. Интересно, люди, которые работают здесь, сделают ли что-нибудь, чтобы парковать свои машины по правилам дорожного движения? То есть я имею в виду конкретное предложение перенести сюда тротуар, вот как там вот сделано. Ой, тротуар, я говорил. Конкретное предложение перенести вот бордюр вот отсюда, вот сюда сдвинуть. Ну, написать, соответственно, в администрацию. Да, да, да. И маленький знак поставить. Да, я думаю, что тут проблем никаких нет. Да. Да, это и... же, мне кажется, это даже в силах сделать. Вот эти 20 автомобилистов, да? Правильно, напишут в администрацию, и все. Даже, как мы это делаем, правильно? Да, они напишут, чтобы им дали разрешение, даже могут своими силами для себя это сделать. Да, что конечно. Там, тяжело вы. Конечно. Я думаю, проблем нет. Да, на бордюрный камень. Я думаю, это будет... Радость. Да, зачем? У нас уже все очень важно. Последний тысяч. Так. Вот сейчас будет загружать самый тяжелый автомобиль. Который весь тротуар перекрывает. Встал на весь тротуар. Даже вот этот автомобиль вообще тяжело обойти как-либо. Если тебе еще как-то можно было, то этот громадный Volkswagen, его обойти крайне тяжело. Так, вот автомобиль поднимает на эвакуатор. И сейчас последний нарушитель уедет на штрафстоянку. Люди наблюдают. Все смотрят, что происходит. Все в округе. Интересно всем стало, что же происходит тут здесь сегодня. А здесь сегодня убирают с тротуара все автомобили, чтобы вот так вот люди ходили спокойно, и никто им не мешал, не обходили они никого по проезжей части и чувствовали себя безопасно. Потому что здесь рядом детский парк находится, здесь постоянно ходят женщины с колясками, дети, бабушки. Всем необходимо вот ходить по тротуару. Вот бабушки, пожалуйста, стоят тоже. Вот такое здесь необычное зрелище сегодня, которого никогда не было. Ну вот увозит автомобиль на штрафстоянку. Вот этого вот нарушителя привлекает к ответственности, вот того вот. Таким образом, все нарушители правил дорожного движения вот с этого, вот этой части тротуара по улице Свободы сегодня убраны. Вот того оформляет, заканчивает оформление.